Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня мое видео будет о растениях, которые переехали временно на улицу. Ну вот пока тепло, то есть гладениумы и некоторые другие растения. У нас 33, каждый день 32, 33 и сейчас 33. Просто сейчас как бы солнышка нет, но очень душно. Они у меня и ночуют на улице, потому что у нас ночью плюс 18. Посмотрите, какие бутоны. Я просто жду, не дожду, когда он распустится. Желтый сорт. И вот всегда, вот когда начинает распускаться, вот на нем вот такие вот коричневые пятнышки. Не знаю, в чем это дело, потому что вроде бы грунт сухой. Я не переувлажняю, я поливаю где-то, наверное, опрыскивая грунт 2 раза в неделю, наверное, всего. При такой жаре, в общем-то. Я все-таки думаю, все равно это от влажности. И сверху вроде бы не попадает вода, не знаю, почему это так. Вот листья все отпали, а цветов очень много. Вот такой вот у меня еще сорт. Я его уже показывала вам. Тоже весь в бутонах. Листьев нет, а весь в бутонах. Ну, правильно, зачем листья? Пусть цветут. Но это вот мой хвостик, который я не обрезаю. Это у меня прививочка из Таиланда. Вот. Вот здесь вот тоже, смотрите, сколько много бутончиков у нее. Просто вот это, когда цветет, я ее обрежу и укореню здесь. Посмотрите, сколько много череночков, потому что хвост такой длинный. А вот у него так-то еще просыпаются вот здесь везде почки. То есть, не знаю, может быть, он у меня будет такой формы хвостатой. А это вот мой сеянец, вот этот вот. Ну, ему года 4, наверное. Посмотрите. Просто весь. У него шапочное цветение вообще. Да, у них у всех шапочное, наверное, цветение. Но здесь бутонов просто немерено. И вот он хоть не махровый сорт, но он так красиво смотрится очень. Шмели, конечно, любят, только жопки торчат. Из цветочков. Шмели работают хорошо. Здесь тоже, посмотрите, сколько здесь цветов вообще. Тоже мне этот сорт очень нравится. Ну, это тоже у меня прививочка. Прививочка из Вьетнама. Ну, ей уже много лет. Много лет она у меня уже. Тоже, видимо, от жары листья почему-то все пожелтели, отпали, а вот цветы остались. Ну, это моя мадам баттерфляй, тоже вся в бутонах, тоже вот листочки, вот. Ну, я думаю, что от солнышка, скорее всего, видимо. Еще как-то не совсем они, знаете, привыкли у меня к солнышку. Ну, ничего страшного. Листья нарастут. Главное, все равно они любители солнышка. А вот мой, который прививочный. На нем несколько прививок. И вот посмотрите, ну, это вот его сорт, да? Здесь мадам баттерфляй привита у меня. Тоже видите, сколько здесь бутонов. Скоро распустится уже. Так, здесь тоже его сорт будет. Уж 4 прививки на нем. Но вот эти вот я пока не вижу здесь тоже бутонов. Здесь другой сорт. Сеянцев, кстати, мои. Ну, одешам, конечно, нравится такая погода. Вообще, очень нравится. Кстати, посмотрите, вот русселья у меня тоже на улице стоит. Посмотрите, у нее какое цветение. У нее все ветки прям в этих цветочках. Вот прям я вижу.
она будет просто усыпана вот этими коралловыми цветочками. Здесь вот у меня бугенвилия, посмотрите, вся в цвету тоже. Это бугенвилия сорт Глабра. Мой сеянец. Ну, правда, сеянцу этому уже года 2-3, наверное, уже. Это точно. И вот дома, кстати, вот, она вообще ленится цвести. А на улице такой цвет, посмотрите, вообще. И у нее прям вот все до кончиков цветочки. Ну, цветные прицветники. Это вот тоже у меня две глабры стоят. Тоже они все прям в цвету. Просто у нас здесь был ветер сильный, и она же колючая, и вот у нее все листья вот обтрепались. Ничего страшного. Здесь у меня глициния, я ее обрезала, и у нее вот пошел новый рост. Ну, не знаю, ну никак не могу дождаться, чтобы она меня зацвела. Хотя и зимовку ей устраивала. Не получается, не знаю, в чем причина. Ну, у нее листики тоже очень такие красивые, пусть зелененькая стоит. Ну, это вот мои красавчики, новиночки мои, два абутилона. Ну, конечно, я могу сказать, ну, они меня прям радуют, хоть это простой цветок, да, но он меня прям радует своим цветением. Он постоянно цветет, и цветов очень много. Это такие крупные, прям крупные. И я еще приобрела розовый, но он у меня еще пока не цветет, но набирает уже бутончики. Обязательно вам потом покажу, как зацветет. Вообще, красавец. И там еще бутонов-то столько много еще появляется, новых. Ну вот моя плюмерия. Я, кстати, попробовала, знаете что? Вот ошейник для собак продается, который идет на натуральных компонентах, там на травах, от клещей и от разных паразитов. Я его настригла вот такими вот штучками. И вот положила просто везде, вот так вот по всему этому. И посмотрите, какие здоровые листья у нее стали. Все-таки эффект какой-то есть, они вот прям неповрежденные, такие хорошие. То есть вот эти старые вот видно листочки, а вот эти новые, они прям вообще очень хорошие. То есть есть толк от ошейника от этого. Если кто-то мучается, то можете попробовать. Это, кстати, даже не только на плюмере, вот везде, где клещ попадается, вот везде можно. Потому что я еще и на глицинию тоже вот сюда вот привязала еще. На нее, потому что тоже клещ нападает. Ну вот, похоже, у нас собирается гроза. Уже гремит. И по цикасу видно, что ветерок такой появился, как-то посвежее даже стало. Ну прям вообще душно-душно, нечем дышать. Цикасу-то тоже очень нравится здесь на улице. Вечером он так душ устраиваю ему, прям шланг полностью его. То есть я думаю, что он, наверное, не вытерпит и выдаст еще веточки. Вот такие хорошие условия, вернее. Сами вот понравилось, она выдала. Вон какие листочки, веточки какие растут. И там в серединке я что-то вижу еще. Может быть, цветоносик. Там прям вот какой-то пупырчик такой есть. Здесь я, конечно, участия не принимала. Вот так вот выросла ромашка с елочкой. Очень даже красиво смотрится. И не удержусь, хочу показать вам, как расцвел у меня пион. Тут еще много распустившихся бутонов. Запах такой потрясающий. Ну, пион, конечно, очень вообще люблю пионы. Но он еще такой мелковатый, еще не раскрылся. И вот такой цветочек. Здесь два вида, два сорта вместе попали. Вот, очень прям смотрится классно так. И вон шмель как раз здесь
работает. А это у меня лаванда. Я ее вырастила сама из семян. Такой прям вообще, я прям обожаю, как пахнет. Немножко листочки потрешь, такой аромат сразу. Или когда поливать начинаешь, тоже чувствуется вот прям запах лаванды. Директор оранжереи просится на улицу. Ну, выходи давай. А это мои тюльпановые деревья. Вот видите сколько? 4 штучки. Выросли они из семян. Мне прям нравится. У них прям вот идет рост такой. И вот здесь уже, ну нет, такие же вот. По сколько тут? По 7 листиков получается. Есть видео у меня, как я садила сама. Можете зайти посмотреть. Он как раз шмель прилетел. Они, наверное, обалдели, скажут, что же тут за растения такие. Он вначале один прилетел, потом смотрю, два прилетели, потом смотрю, три прилетели. Один другому, наверное, рассказывает, что там какие-то экзоты стоят. Увидимся в следующем видео.